Памятник представляет собой фигуру, олицетворяющую воина-интернационалиста. Идея его создания принадлежит участнику боевых действий Николаю Самоедову. Его инициативу поддержали члены ветеранских организаций, предприниматели и просто неравнодушные жители района. Таким образом и были собраны добровольные пожертвования. На церемонии открытия монумента присутствовали губернатор Курганской области Алексей Кокорин, участники боевых действий, родные и близкие воинов, погибших, защищая интересы нашей Родины из Макушинского, Петуховского и Чистозерского районов. Представители органов местного самоуправления и законодательной власти, жители села Чистозерье. У нас уже во многих районах аналогичные памятники, мемориальные комплексы есть погибшим воинам, те, кто выполнял свой интернациональный долг, будучи в Афганистане, в Чечне, в других локальных конфликтах. Это, на мой взгляд, достойно для подражания, и жители Чистозерского района в очередной раз вот введением сегодня данного мемориального комплекса показали свою сплоченность, уважение к великой родине, уважение к добрым, хорошим традициям, помнить и чтить память о тех, кто защищал нашу великую родину. Выступая с приветственным словом, полномочный представитель губернатора по вопросам патриотического воспитания Владимир Усманов отметил особую значимость сохранения памяти о тех солдатах. Был забыт солдат, который войны не выбирает. Он выполняет приказ и присягу. И в этом его святость. Когда другие могут разговаривать, надо это, не надо, правильно это, зачем? Солдат не может этого говорить. Поэтому мы все обязаны чтить всегда солдата. Участники открытия мемориала возложили цветы и почтили память погибших в локальных войнах минуты молчания. Юлия Пастухова, Ульяна Чипал, Александр Киселев, Кирилл Филимонов, информационное агентство «Курган.ру».